Сольберг. Неплохо. И бросок следует. Еще один бросок и 1-1. Да, вот вы знаете, стали пропускать. Совершенно как-то неожиданно, как мне кажется, наши пропускать атаки норвежцев. И тут же последовала расплата, тем более это первая пятерка, первая тройка. И, по-моему, шайбу забросил в итоге Пер Оге Скрёдер, если я не ошибаюсь. Да, вот он 19 номер. Видите, какая тоже результативность. Пятая шайба уже при 7 голевых передачах. Очень непростой сегодня соперник Пер Оге Скрёдер. Вот смотрим еще раз. Разыграли. Отскочила из острого угла. Не успел переместиться, но сложно было сместиться. Сделал все, чтобы закрыть левый угол Семен Варламов. Не успел. Шайба отскакивает от борта тоже и за воротами. Может быть, на какой-то момент расслабились наши защитники.